До 1986 года такую картину даже теоретически представить никто не мог. Более 6 тысяч квадратных километров территории, которые уже более 30 лет официально называют зоной отчуждения и отселения. По площади это 4 нынешних ветковских района. Впрочем, особой эта территория была и раньше, однако совсем по другой причине. Сегодня уже мало кто помнит, что в 1978 году с целью охраны дикорастущих лекарственных растений здесь был создан биологический заказник. В наши дни для большинства людей ветковщина ассоциируется в первую очередь с последствиями Чернобыльской катастрофы. События 33-летней давности для местного населения стали черной полосой, разделившей историю на «до» и «после». Невозможными для дальнейшего проживания были признаны 59 населенных пунктов. В первые годы после аварии эту территорию охраняло специально созданное подразделение милиции, состоящая из командированных сюда сотрудников союзного МВД. После распада Советского Союза и образования Республики Беларусь в Ветке создали свой взвод охраны территории радиоактивного загрязнения. Работали круглосуточно, контролируя территорию протяженностью более 500 километров. Задержали и браконьеров, и охотников, и люди. Ну, в то время, когда еще 90-е годы, люди, мародерство было, потому что тянули все с зоны. Шифер, строение, там, сараи, бани, дома, кирпич. Ну, вот такая была специфика работы. Как раньше, сегодня здесь по-прежнему действует особый правовой режим, однако более строгий. Штраф придется заплатить даже за обычное посещение зоны. Сбор грибов нарушителю обойдется в сумму до 30 базовых величин. Это, пожалуй, самый распространенный сегодня вид нарушений на территории зоны радиоактивного загрязнения. Браконьерства как такового уже нету. Ну, только грибники у нас. Единственное, что вот грибной сезон начинается, это с июня месяца начинаются лисички, так как люди идут и собирают их, потом продают, чтобы заработать денег какие-то. А осенью уже потом начинаются грибы, боровики, там подберезовики и все такое. Ну вот, а места богатые, грибов много. Такие. Ну вот и люди сюда и все идут. Кто? В основном гомельские. Ветковские как бы боятся, а так гомельские, добрушские. Деревня Бартоломеевка до Чернобыльской катастрофы была одним из самых больших населенных пунктов Ветковского района. Трехэтажная школа, гостиница, столовая, 5 магазинов и более 600 частных подворий. Сегодня от всего этого осталось всего 5 домов, 3 из которых нежилые. Это вообще последняя деревня района, где еще проживают самоселы. 62-летний Петр переехал сюда из Ветки, занял пустующее строение, где живет по настоящее время. Во время приезда наряда милиции готовил только ему известное блюдо на самодельной печке. Гостям не обрадовался, хотя и сильного недовольства не высказал. Трое местных жителей к разговорам вообще не склонны, но говорят, что с сотрудниками милиции у них конфликтов нет. Да нет, таких нет, чтобы. Никуда в Шкоду не лазим, так что это самое, у нас проблем нет никаких. Живем тихо, мирно. В этот день бывший прапорщик милиции Виктор Судняков впервые за 6 лет посещает зону отселения. Всех самоселов он хорошо помнит. Все-таки за время службы встречался с ними сотни раз. Он и сегодня может по именам назвать всех, кто в те годы предпочел остаться на родине или вернуться сюда по разным причинам. Говорит, что сотрудники милиции всегда относились к этим людям с пониманием. Задавали вопрос, почему вы не уезжаете, а вам же дали жилье в других регионах. Мы здесь привыкли, мы никуда не поедем, нам здесь хорошо. Вот. А так нормальные отношения были со всеми. Но здесь же немного проживало, в некоторых деревнях вообще никого не было. Это вот Бартоломеевка, потом Бесить, Габровка там жили. Вот, наверное, 3 или 4 деревни, в которых остались вот эти самоселы. Все держали скот. Было по 20 там, по коров, телята. Сдавали они ветку в райпо. Как и в начале 90-х, сегодня сотрудники взвода по охране территории патрулируют всю зону отселения. Каждый день по 4 маршрутам отправляются бригады. Причем с началом апреля эти выезды стали чаще, что связано с профилактикой лесных пожаров. Для зон отчуждения и отселения это одна из основных проблем. Зимой работаем в двухсменном режиме. А вот уже с лета, начиная где-то с апреля месяца, начинаем в трехсменном режиме, потому что пожароопасный период начинается, и следим, чтобы не было всяких чрезвычайных происшествий. Не возник пожар где-то в зоне, чтобы оперативно вызвать спасателей. И
Вот в связи с этим у нас трехсменный круглосуточный режим получается. Сотрудниками взвода по охране территории радиоактивного загрязнения Ветковского РОВД наша съемочная группа расстается в деревне Новые Громыки. В 1992 году почти 130 семей были переселены в другие места. Сегодня о наличии этого населенного пункта напоминают разрушенная школа и памятник погибшим землякам. Такие места памяти в зоне отселения никогда не сносили. Накануне Дня Победы в Громыки приедут работники ЖКХ, которые проведут работы по благоустройству. Вообще, за последние несколько лет ситуация на этой территории значительно изменилась. На месте приусадебных участков выросли деревья, а на землях когда-то населенных пунктов сотрудники милиции или лесхозов все чаще замечают волков, рысей и даже медведей. Радиационная опасность здесь будет сохраняться еще не одно десятилетие. Когда сюда вернутся люди, не знает никто. Сотрудники подразделения по охране территории радиоактивного загрязнения Ветковского РОВД предположений не делают. Они просто выполняют свою работу честно и добросовестно. Работу свою не считаю опасной. Наоборот, считаю ее интересной. Природа, звери. С детства люблю зверей и природу. И поменять работу, ну, пока не хочу. Пока здоровье позволяет еще. Здоровые, работать будем. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.